Тере, тере, всем огромный привет. Мираба из Турции, из города Мерсин. Пропали мы, пропали, знаем, виноваты. Ну, для этого были причины. У меня просто были кое-какие проблемы со здоровьем, поэтому я не снимал. Вчера Настя и Ирина, мама, уехали, к сожалению. Да. К сожалению, уехали. Нам вместе было очень хорошо. Очень классно мы провели время. Насте настолько понравилось у нас в Турции, вот в Мерсине, у нас в гостях, что она сказала, что приедет. Ждите. Обязательно. В скором времени. Да. Мы прошлую неделю, в воскресенье, отсняли небольшой влог, воскресную прогулку. У Насти там интересная встреча была на набережной. Рабочая. Mm-hmm. Мы в этот влог добавим уже с опозданием, но добавим. Мы в Телеграме немножко показывали, те, кто на нас подписан. Да, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал Телеграма Marius Life Vlog. Mm-hmm. Там самые свежие вот выходят короткие влоги, фотографии, ну, все самое интересное, то, что вот быстро можно увидеть. Ну вот, будем дальше снимать наши влоги привычные. Спасибо вам большое за ваши комментарии, за лайки, за подписку. Мы знаем, что многие волновались уже, думали, куда же мы пропали. Пожалуйста, не волнуйтесь, у нас все хорошо. А мы сейчас сидим в кафе, рядом с парикмахерским. Таня пошел стричься. Вот он сейчас подстрижется, и мы его отвезем на тренировку футбольную. У него, даже на две. Да, две тренировки сегодня футбольных. У детей начались каникулы. Каникулы, вот у них неделя отдыха. Так что тоже наберутся силами, отдохнут. Дети, конечно, у нас радостные. Ой, не то слово. Мы им еще вафли купили, их любимые. Вчера, да, побаловали, отметили начало каникул. Даня переживает, что не успеет на тренировку, но успеет. Красавчиком будешь. Быстренько подстригут. Отвезем Даню на тренировку футбольную. Он у нас вратарь. Он все не может отсутствовать. Ну, красавчик. $120 стрижка. Едем на тренировку. Нет, наоборот, Даня. Приехали. Ну, вставай тогда, сынок, сюда. Мама хочет... Сфоткай, я сейчас тебя достану в рюкзак. Мама хочет сфоткать. Для Инстаграма?
и для бабушек. И для бабушек. На улице градусов 26, тепло. А это поле у нас видно из нашего комплекса. Вот наш комплекс там впереди. Ну, ребята тут уже на готове. Ну все, ему надо идти. Идут две подружки. Идут. Всем огромный привет. Тере-тере, мираба из Турции, из города Мерсин. У нас воскресный день, солнечный, теплый. По ощущениям где-то 28 градусов. Настя, расскажи, почему мы приехали на набережную? Что у нас ожидает? Мы приехали на набережную, потому что у нас очень классная будет съемка. Так как я являюсь одним из дизайнеров бренда Шанте, то сегодня мы будем снимать Шанте. Чуть-чуть покажем вам, как это будет происходить у нас и какую локацию мы выбрали. Расскажи, что ты познакомилась с турчанкой, которая согласилась быть моделью. Да, я познакомилась... Можно мы про это попозже? Ладно, попозже расскажем. Все будет по очереди. Вот, посмотрите, какая хорошая погода, замечательная. Люди гуляют, отдыхают. У нас чуть-чуть есть время. Это как турки приходят своими стульчиками. Сидят, отдыхают. Вечером прямо много-много, сейчас еще мало, а вот к вечеру все лужайки заполнены. Я сегодня утром с мамой разговаривал, она сказала, что у них солнышко было. Фотосессия будет тут, вот где красивый фонтан, но он сейчас не работает. И тут золотые львы. Красивое место. Тут эти качели. Девушки смотрят место, где лучше фотографировать. Да? Красивые фотки получатся. Да, красиво. Так, против солнца, когда я снимаю, получается темно. Посмотрели, да, где фоткать? Да, несколько мест прикинули красивых, да. Выявили. Недолго времени занимается, минут 20. Минут 20, говорит Настя. А как я с ней познакомилась? Мы познакомились с ней на пляже. И она стала спрашивать, чем я занимаюсь. Я стала так немножко ей рассказывать про это все, про одежду, про платье. И она заинтересовалась и купила юбку. Она купила юбку, которая у меня была с собой. Показала, что у меня есть из вещей. Сказала, ой, это классно будет, если мы сделаем фотосессию. И вот, собственно говоря, поэтому мы здесь собрались.
гуляем с Ирой. Балдеем, 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 потому что погода, ну, отличная. Он показывает 26 градусов, но по ощущениям 28. Не верится, ноябрь месяц, и видите, у нас еще лето, лето продолжается. Вечером, вот когда мы сидим дома на балконе, градусов, наверное, 21-22. Прям такой свежий воздух. Прям долго-долго сидим до 12 ночи, болтаем. Да? Да. Вот. О жизни, обо всем. Я еще хочу снять влог о ситуации в Турции, насчет экономики и вот все, что связано с недвижимостью. Хочу свое мнение высказать. Я смотрю, многие блогеры делают обзоры, высказывают свое мнение. Может быть, кому-то будет интересно и наш опыт, и наше мнение, то, что сейчас творится на рынке недвижимости.
Ну вот, пришла турчанка, с кем Настя познакомилась. Вот уже на ней этот наряд. На солнышке хорошо прямо светится. Яркая юбка. Сейчас будем всю эту процедуру снимать. Не процедуру, а процесс. Процедуру, да. Вот Мариус как скажет, так скажет. Какое яркое солнце. Сейчас Настя подготовит место, с какой точки будет фотки и видео делать. Слишком резкий спуск, она на каблуках, поэтому не получится спускаться тут. Какая тяжелая это работа, труд, чтобы сделать красивую фотографию. Сейчас хороший ракурс. Юбка прямо блестит. Так, чтобы получился бы один хороший кадр, это занимает время, минут 15-20, порой час может уйти для того, чтобы поймать вот этот удачный кадр. Это работа, работа. Да, Ир? Да. Я любуюсь. Красивая Ира женщина. Ира любуется, да. Красивая девушка, женщина. Да, муж гуляет, тут где-то, гуляет с ребенком. С красивая юбка, она прям блестит на солнце. Не знаю, может, камера не передаст. Восточным женщинам вообще все такое красивое. Это все, блестит. Что блестит, нравится. Да. Изумительно. Харик. Вот. Так что Ире надо тоже будет из коллекции Насти что-нибудь выбрать, чтобы носить в Турцию.
Yes, now. You can change the legs. Заехали в форум, девушки захотели покрасить волосы. Тут музыка, поэтому я долго снимать не смогу. Быстренько покажу Настю. Настя сейчас голову моет. Вот это место в форуме, где мы ходим стричься. Я тоже заодно постригусь. Все, отключаюсь, потому что тут музыка. Все, вышли из салона. Довольны. Как там Настя? Уже не три. Вот результат. Да. Меня подстригли, девушек подстригли. Вот так мы выглядим. Посмотреть на себя. В Турции стоит сходить в парикмахерскую. Вот даже те, кто приезжает отдыхать, не поленитесь, зайдите. По меркам Эстонии намного дешевле и совершенно по-другому стригут, ведут уход за волосами. Вот зайдите, это отдельно. Отдельный ритуал, можно так сказать. Да. Настя зашла в Зару. Не удержалась. У девушек тут глаза разбегаются, потому что столько магазинов всяких разных. Ну что, едем? Я присоединюсь к Насте, ладно? Да. И тогда поедем уже в сторону дома. Тут как Новый год. Пальма украшена. Все в лампочках. Красиво все оформлено. Провожаем гостей. Время у нас 7:30 утра. Мы надолго не прощаемся. Да, мы потом не будем. Да.